Здравствуйте, с вами я, Захар Исполимов, и это программа 02. Программа, из которой вы узнаете обо всех главных чрезвычайных происшествиях и криминальных новостях Тулы и Тульской области. Порой представители братских народов поступают по отношению друг к другу далеко не по-братски. Именно так и получилось в нашем следующем материале. В Ефремовском районе гражданин Белоруссии предстанет перед судом за убийство своего знакомого. По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным в ходе ссоры со своим 41-летним другом, стал избивать его, нанеся множество ударов руками и деревянным стулом по голове и телу. В результате указанных действий злоумышленника потерпевший скончался на месте происшествия. Мотивом ссоры послужило предположение обвиняемого о том, что потерпевший похитил у него мобильный телефон. Ефремовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего гражданина Республики Беларусь, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сегодня утром в Туле в дорожно-транспортном происшествии приняли участие сразу 10 автомобилей. И только по счастливой случайности обошлось без жертв. Все произошло в районе пересечения улиц Рязанской и Овражной. Как нам удалось выяснить, в аварии участвовали 7 легковушек, газель, автовышка и одна фура. По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя грузовика. На повороте с уклоном он не справился с управлением и не успел затормозить. В момент нахождения за рулем мужчина был трезв и сослался на незнакомую местность. Несмотря на то, что одна из машин даже перевернулась, обошлось без жертв. Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Ценой за безрассудное преступное поведение 24-летнего водителя, не имевшего прав, стала смерть молодой девчонки и трое искалеченных парней. Пьяный молодой человек на автомобиле ВАЗ-2103 не справился с управлением, пересек правую обочину и врезался в трубу газопровода. В результате наезда погибла пассажирка, 20-летняя девушка. Молодых людей 18 и 24 лет госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями. Водитель доставлен в травматологическое отделение. 26 августа в 2:30 ночи на улице Киреевской города Тулы водитель 91 года рождения, управляя ВАЗ-2199, не справился с управлением, допустил наезд на опору ЛЭП. В результате сильнейшего удара с закрытой черепно-мозговой травмой, перелом основания черепа, ушибом головного мозга госпитализирован 18-летний пассажир. Водитель не пострадал. В Ефремове в одной из квартир было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде проникающего колото-резанного ранения груди. Уже спустя сутки сотрудниками следственного управления был задержан подозреваемый. Из материалов уголовного дела следует о том, что 25 августа 2012 года в указанной выше квартире между ранее знакомыми мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый, вытащив нож, нанес ему несколько ударов потерпевшему, от чего последний скончался. По версии следствия, предположительным мотивом совершения преступления явилась ревность, которая возникла между участниками ссоры по поводу одной знакомой их женщины. На сегодня у нас все. Это была программа 02. Смотрите нас завтра в 19:25 на телеканале ТВ-центр Тула. Будьте бдительны и соблюдайте закон. До свидания.